Это реально какой-то бот точно стреляет. Не может быть нормальный человек. Ну такая громкая у меня игра. Да-да-да, это боты. Очень Саша, много. Привет. Ты лучший, только вперед. Либо у меня уши разложило, и у меня вдруг все громко стало. Это тоже возможно, кстати говоря. Hello, Heaven. How are you doing? Нормально там чел. Тут реально боты. Они еще сейвятся, прикиньте. Прикольно. Стоп. А, это не мой был. Можно хотя бы, блядь, этот на пушках. Что-то, блядь. Нормально, блядь, что-то демо, заебись. Let's go. Чисто везде боты. Семерок нема. О, это смерть, кстати. А при этом вообще будет нахуй? Шею зажимать при стрельбе вообще, да, нельзя? Давайте не спавнимся пиздато, let's go. Я не знал, что когда в катке столько ботов, типа не так спавнится смешно. Ой, ебать. Ты че был? Мне нравятся такие. Ну, шифтом сэмки можно зажимать. От берила, я так понял, нельзя. Либо у меня, конечно. Режим ботов его не существует, так называемый режим ботов. Я патронов нема. Блять, прикольно. Ой,
Ой, бать, это что, живой чел? Или как он, блядь, на баге? Я думал, боты. Это, по-моему, не бот, а что-то мне больно, блядь, влетело. Они реально резаются возле меня, походу. Жесть, я этих азиатов просто щелкаю вот так вот. От зоны сдох? Блять. Смотрите, а другие боты, они получается... Опа. Другие боты, они где-то получается... Возле других людей или почему нету у других ботов? Вот где можно учиться со СКС стрелять. Когда начинаешь понимать, какой у тебя должен быть. Я не знаю, я ничего не ставлю. Поггерс. Бейте, это не, это был бот, забейте. So I can fuck my world for 72 hours, goddamn.